Ребятки, всем привет! Пришла мне очередная посылка с сайта AliExpress. Здесь у нас должен быть аккумулятор. Отдал из него 180 рублей, $2.78. То есть 163 рубля. Аккумулятор для Nokia, модель BL5C. 1020 емкость у него. Ну, короче, вот так все. Шла посылка 3-4 дня. И... купил его для вот такого телефона. Fly такой дешевенький. Батарея у него взорвалась, крышка аж вылетела из него. Но телефон цел и невредим. Просто я открыл как-то полку свою и смотрю, там аккумулятор валяется в стороне. И аккумулятор раздулся до таких размеров, что чуть ли не взорвался быстренько. И аккумулятор утилизировал. Почитал я на форумах, что для этого телефона подойдет вот такой аккумулятор. И решил заказать его с Китая. Тем более сумма вообще ни о чем. То есть все достаточно бюджетно. Так, здесь у нас, что у нас здесь есть? Пакет. Пакет пуст. В нем вот такая обоина мягкая. И внутри аккумуляторик. Так, аккумуляторик у нас вот такой упаковочки. Не могу сказать, что упаковка абсолютно безопасная. Но, как видим, все целое. На почте, походу, на нем никто не катался. Так, открываем. Надеюсь, он заряжен. Сейчас попробуем запустить с ним телефончик. Так, смотрим на его характеристики. 1020, 37. Так. Вот, что хочу сказать за этот аккумулятор. Даже такой сертификат есть на нем. Вау, круто, круто. Что хочется сказать? Да, за этот аккумулятор. То, что его... Он вообще такой... Такая универсальная штука, я видел, их используют и в Bluetooth-колонках он вставляется. Также в видеорегистраторах он используется. Так что, если вы ищете аккумулятор для своего устройства, возможно, вам такой аккумулятор подойдет. Так, вставляем. О, подошел идеально. Крышка закрывается. Пробуем включить. Да, возможно, телефончик сел. А, нет. Ничего себе. Fly. Вау, как он быстро включился. Показывает 2012 год. 1.11. Ставьте сим. О, МТС поймал. Даже симку поймал. Вау, теперь у меня есть недорогой бюджетный телефончик. Покупал его, наверное, года два назад за 600 рублей. По-моему, связном я его брал. Да. Вот. Ссылочку я оставлю на товар. Так что берите смело, комментарии достаточно хорошие. Как видите, у нас здесь даже два деления батареи. То есть на 70% где-то аккумулятор заряжен. Все круто. Ой, какие-то номера я спалил. Ой, и тут какие-то номера спалил. Так, тут еще фонарь должен работать. Сейчас мы попробуем посветить. О, фонарь работает, вообще, короче, вообще крутой телефон, супер телефончик, всем советую, можно брать, не стесняйтесь. А, этот телефончик, наверное, вы уже не купите нигде, батарею покупайте смело. Так что спасибо за внимание, такой у нас был быстренький обзор, подписывайтесь на группу ВКонтакте, в Инстаграм, в Одноклассниках, в Фейсбуке, везде ищите Закупыч, обводите Закупыч просто в Гугле, и все у вас будет хорошо, всем пока!